Современные города — это не только вот такие удивительные здания из стекла и стали. Прежде всего, современный город — это комфортная и безопасная для человека среда обитания. И тут важно все. И озеленение территорий, и вот такие детские площадки, и городское освещение, и экологический транспорт. И даже вот такие необычные лавочки-мониторы. Добрый день, я Алексей, и сегодня мы находимся на 4-й международной выставке и конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды Park Seasons Expo 2024. Здесь участвует более 4000 делегатов, представляющих профессиональное парковое сообщество. Миссия выставки — это решение задач по комплексному развитию территории, а также содействие реализации национальных федеральных проектов в сфере благоустройства, ЖКХ и экологии. В рамках деловой программы выставки пройдут различные конференции и пленарные заседания. Дополнительно будут проведены итоги Всероссийской премии «Парки России». Это мероприятие традиционно является наиболее значимым деловым событием парковой отрасли, а также крупнейшей профильной B2G-площадкой. Здесь поставщики и производители коммерческих товаров имеют возможность встретиться и продемонстрировать свою продукцию муниципальным и федеральным органам власти. Для нашей компании также было важно принять участие в этой выставке, и давайте я сейчас немного подробнее расскажу о том, что у нас здесь представлено. Одним из экспонатов стенда является вот такой гольф-кар, который очень экологичен и бесшумен, активно используется в современных парках и городской среде. Данная модель имеет 4 посадочных места, запас хода до 100 км и максимальную скорость 35 км в час. Кроме средств передвижения, у нас также есть техника для ухода за газоном. Это скарификаторы, это обычные ручные газонокосилки и крупные садовые трактора для окашивания парковых территорий и больших площадей. Также с собой мы привезли профессиональный ручной инструмент «Кайман» и бензокосы «Кайман VX», которые подойдут и для коммунальных служб города. Стадионы, понятное дело, мы были поставщиком. Очень многие парки, включая самые известные парк Галицкого, Александровский сад, многие самые известные питомники. Становится больше запросов на какие-то территории комфортные в черте города. У людей не всегда есть время выезжать за город, ехать через пробки. Да и время сейчас сократилось, все очень быстро происходит. Хочется выйти из подъезда и попасть в красивую среду. Для нашей компании участие в таких выставках является хорошей возможностью расширять клиентскую базу, повышать конкурентоспособность техники и обеспечивать позитивное восприятие нашего бренда. Надеемся, что все вместе мы сделаем наши города еще комфортнее и лучше. С вами был Алексей с выставки Park Seasons Expo 2024.